комком в горле от очередного горя. Тот недуг, что его сгубил, и с этим недугом, и с болью актер с тяжелой ношей жил. Пытался с недугом он драться, но недуг был сильней в 100 раз. Пытался, но в конце сломался. В июньский жаркий летний час сижу, царапаю актеру свой некролог. Мне сочинять совсем об этом нелегко. Может, не всем любимый и не всем так дорог, но он мне нравился, как сам играл в кино. Пусть не такой известный и заслуг немного, но я ценю таких людей всегда. Таланты все практически почти от Бога. От счастья мы их восхваляем иногда. Который раз я зажигаю в память свечи, лампадку также в уголочке я зажгу, свечи и икону с фото вновь в углу осветят. Я помяну актера стоя, помолчу. Как жаль, что я узнал о нем так поздно. И почему все только поздно узнаем? Уходят люди без конца в тот мир спокойно, а мы, не зная, кто ушел, дальше живем. Мое почтение Кузнецову Александру. Прости, что поздно я узнал плохую весть. Ушел, покинув мир кино, мир и театра. Но я сочту, хотя и поздно сделать честь. И вспоминая о тебе хорошим словом, ты в памяти останешься такой, как есть. Не всех я поминаю так, вас очень много, но помянуть тебя обязывает честь. Прости, дружище, время это запоздало. Утрату эту, может, кто переживет. Смертельная болезнь тебя от нас забрала, где с нетерпением давненько кто-то ждет. Спасибо, Саша, за прекрасное, что сделал, оставив память ты в кино свой так же след. Ушел от нас в июне этим летом. Спасибо, что ты был прекрасным человеком.